нашу дачу. Всем привет, с вами Чанул, я нахожусь побег от Дим Димыча. Что будет, если соединить крутого Дим Димыча и Вонг? Сегодня я буду играть в побег от Дим Димыча. Ладно, друзья, поехали. Жми подписку, если это крутой. Дим Димыч, лох, мне надоели твои тупые видео. Ты главный их фанат. Че? Неужели Дим Димыч запер меня в своем подвале? Надо попробовать найти выход отсюда. А точнее собрать все его кубики-рубики. Так, ну хорошо. Так, ключ от ванны. Ладно. Тут что? Кринжовый Дим Димыч. Ну это я уже знаю давно. Ванная. Беру его. Так, ключ от гостей. Для гостей все. Открыл. Ключ от кладовой. Опа, кубик Рубик. Теперь ему будет не очень снимать тиктоки. Че? Погодите. А, вот ключ от кладовой. Все, взял. Ну-ка, комната. Да, комната с Миланой Хаметовой. Чё? Я ничего не понял сейчас. Выход. О, Тимур есть обезьяна. Ой, блин, какой Тимур. Дим Димыч есть обезьяна. Не заходить. Чё? А, вот кладовая. Ключ от кабинета. Берл кубик Рубик. Так, беру ключ от кабинета. Бежим. О, кубик Рубик. Теперь ему будет не очень снимать тиктоки. Так. Уй, ладно. Ебать, он дебил. Ни хрена себе, он выглядит как дебил. Зачем так. Они ему? Взял кубик Рубик. Так, ключ от библиотеки. Ладно. Ключ от Миланы Хаметовой. Сейчас, подождите. Да стой. Да блин, а как же неудобно идти. Все, наконец-то. Возьми. Господи, я застрял. Да блин, а мне застрять как бы тут нельзя. Иначе это габела. Габела будет. Беру ключ от Миланы Хаметовой. Зачем они ему? Не знаю. Так, А4 и Милана Хаметова. Ну окей. Сейчас мне кубики-рубики надо найти. Ищу. Так, уй, чунга-чанга. О, прикол. Взять. Но он все равно не нужен. Не знаю как. Так, ладно. Чунга-чанга тут. Ну, чунга-чанга это он. Это Дим Димыч. Ладно. Потому что он дико кринжовый так. Когда. Так, ключ от выхода появится тогда, когда будут найдены все кубики-рубики. А, ну пон. Хорошо.
Ага, показалось. Так, ладно. Беги, беги, беги. А, себя застрял. Ладно. Хватит вести себя как придурок. Где последний кубик Рубик? Я этот кубик Рубик ни хрена не могу уже найти. Он мне нужен. Господи, я что, застреваю, что ли? Я уже задрался застревать. Ладно. Кубик, Рубик, Хренубик. Так. Так, Дим Димыч застрял, помогу ему. А, все. Че? Дим Димыч, переставай уже фигню снимать. Будь адекватным человеком. Хотя бы нормальные ролики снимай, а не свои чунга-чанги. Уянганги, и еще что-то тут это, ну ладно. Чунга-чанга, хренанга, жопеланга, блин, ну ладно. Блин, а... Да где, блин, кубик Рубик последний? Ладно. Господи, я уже задолбался застревать. Да где тут кубик Рубик? То либо он тут где-то заныкан, либо я не знаю чё. Ладно. Да где же последний кубик Рубик? Вы чё на приколдессе? Я, блин, все уже кубики исчерпывал. Исчерпал уже. Что тут вообще надо сделать? Блин, 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 блин. Кубик Рубик. Кубик Рубик, где ты? Может, этот кубик Рубик где-то тут завалялся? Я не могу его найти, что ли, тут? Или ХЗ? Блин, я тут не на шутку. Я реально забыл. Где... Я не знаю, где последний кубик Рубика. Я не знаю, где он находится вообще. Ладно. Бежим. Тик-ток, тик-ток, тик-ток. Тик-ток, тик-ток комната. Комната для тик-тока. Чунга-чанга. Ну ладно.
А может быть, на картинках завалялся этот кубик Рубик? И я его не могу где-то найти. Мне сейчас надо тут где-то кубик Рубик найти. Если он, конечно, тут здесь где-то валяется. А я не знаю, где он вообще. Не пойму. Где кубик Рубик? Ёпара СТ. Чё? Так. Может быть, сверху тут мне надо осматривать. Раз я не могу снизу найти. Сверху это единственное решение. Найти какой-нибудь последний кубик Рубик. Чё? Ни хрена не понимаю. Кубик Рубик, я где-то завалялся. Я сверху даже осматриваю. Хренеть просто. Блин. Может быть, сверху реально завалялся кубик Рубик. Хотя я тут не наблюдаю. Дим Димыч, что ты творишь? Да, аватарка Димы. Ну, короче, другого вы его не знаете. Да блин. Сейчас прикол такой, застреваю и все. Так, ну тут точно не наблюдаю. Дверь обычная. Да заткнись ты уже. Чё? А дверь-то чё закрылась? Ладно. Просто мы тут все поискали, но ни хрена ничего не нашел я. Когда-нибудь уже новое что-то придумаешь или нет? Вот ты сам что-нибудь новое придумывай, а не свои чунга-чанги, блин. Не наблюдаю за кубиком, Рубиком, ни хрена. Так. Не, стоп, что там? Ключ от выхода. Наконец-то я хотя бы что-нибудь нашел. Например, ключ. Ну, хоть ключ какой-то нашел. Соберу его попозже. Опа. Капкан? Ты это делаешь все ради денег, ты не любишь подписчиков. Ага. Чё нафиг? Наконец-то Дим Димыч перестанет снимать свои тупые тиктоки и будет заперт в подвале. О да, с этим согол. Опа. Неплохо так. Давайте буду на это заканчивать. Все, подписывайтесь, ставьте лайк, нажимайте на колокольчик, пишите комментарии. Всем пока.